Крупный пожар произошел сегодня в промышленной зоне города Люберцы на Котельническом проезде. Огнем было охвачено около 200 квадратных метров складского ангара. По предварительной версии, причиной пожара стала халатность арендаторов. Вызов на пульт диспетчера поступил в 14 часов 20 минут. По словам очевидцев, пожарные бригады прибыли оперативно. Приехали очень быстро, буквально минут 5, ну, максимум 10, максимум. Быстро приехали, слава богу, молодцы ребята, дай бог всем здоровья. Ну, они молодцы, молодцы. По крайней мере, наш склад, мы занимались токарными изделиями, наш склад спасли. Пожарные локализировали очаг возгорания в 14 часов 56 минут, а через 3 минуты в 14 часов 59 минут было полностью устранено открытое горение. В ходе происшествия погибших и пострадавших нет. Дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются уполномоченными лицами. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.